Джан, здравствуйте. У меня сегодня такой простой вариант поджарить перепелки с овощами. Вот. У меня сегодня такой классный рецепт. Это простой и доступный, друзья. У кого есть казан, пожалуйста. Вот, хорошо пожарим. О, сейчас пушистый становятся они уже. У меня тут растительные, обычные растительные масла, друзья. Еще я вам покажу по рецепту, как я готовлю этот шедевр хорошенький. Перепелок очень люблю, кстати. С овощами я вам познакомлю сейчас. По чуть-чуть, да? По порядку идем вперед, чтобы всем, чтобы доступно было, как я готовлю это. Очень вкусное блюдо будет это. Я немножко тепло одел сегодня, потому что что-то не холодно, не тепло сегодня. Ну, а завтра уже начинается хорошее солнце. У меня какой лук, мелкий такой. Вот так и оставляем. Теперь будем жарить вместе с перепелками. У меня где-то около 700 грамм. 8 перепелок, где-то 700 грамм лука, да. Вот так и пусть жарится. Целиком будет жариться. Ох, мамаджан будет, да. Пока солить, поперчить не будем, да, друзья? Ну, вы поняли, что я ничего не сказал про это, значит, пока не надо. Друзья, у меня тут 4 зубчика чеснока. Я порезал пополам. Пусть чесноком вместе дает хороший аромат. Вот это то, что надо будет, да? Пока лук покраснеет, пожарится, и перепелки будут готовы. Но это еще не все, друзья. Ой, как аппетитно, да? Как это называется, это блюдо? Иногда говорят, что шашлык в казане, но шашлык для меня это на мангале, на шампурах. Я никак не могу назвать шашлык этому. Это у меня вкусные жареные перепелки в мангале, но в казане. А такой же вариант можете делать и с курицей, и с цыплят, конечно. Ну, курицу, тут перепелки целиком, а курицу целиком не пойдет. Хорошо. Сегодня праздник хороший, Великий Пасха. Ну, в конце буду поздравить, друзья, вам. Тут у меня не особенный цвет, это крупный соль, я измельчал, мелкое, и черный перец. Это все время я готовлю вместе. Так, теперь посолим по вкусу, поперчим, только черный перец, да, и соли, да. Все, это по вкусу делайте и перемешивайте, пусть впитывается. Ах-ха. А у нас это не все, да, еще есть овощи, что будем добавлять, конечно. Друзья, теперь очередь пошел к шампиньонам, да. Шампиньоны так и оставляем целиком, чтобы было аппетитно, да. Вот. Я, вот, видите, все, сколько тут, грамм 300-400 шампиньон. Ну, шампиньоны, понятно, вам что делаете, это все на глаз, да? Я работаю на глаз, никогда не делаю так, конкретный 50 грамм, 100 грамм, ну так, например. Картошки не будет тут, если будете спрашивать, Джордж, почему картошки будут добавлять, я не буду добавлять картошки. Не надо, не хочу. Ну, можно и картошки, конечно, хорошо. Мелкие картошки поджарить вместе. Будет очень вкуснятина, да, друзья? Друзья, теперь по вкусу добавляем красный молотый перец, да? По вкусу, конечно. Еще по вкусу добавляем специи для курицы. С куркумой, да, с куркумой. Это два вместе, да? Куркума очень полезна, кстати, побольше пускай будет. И, друзья, у меня тут сухой зелень, чебрец. Пусть жарится вместе. О, какой аппетитный сейчас станет. Видите, какой цвет у нас получается.
Друзья, Джон, теперь мы сюда добавляем вот в соломках болгарский перец. Это тоже порошку добавляйте. Кто-то звонит меня, извините. Друзья, Джан, еще минут 10 поджарится хорошо. Ну, вы смотрели, по чуть-чуть. И все, почти готов. Еще минут 10 пусть жарится хорошенько. В конце добавлять будем зелень. И все. Снимаем с огня. Зелень, свежий зелень, я имею в виду. Там у меня петрушка, кинза, там укроп, зеленый лук. Все, все есть, почти все есть. И вот это... Что получается? Еще сюда будем добавлять один пищевой или столовый? Столовая ложка. Один столовая ложка уксус бальзамик. Да, уксус. В тот раз я что-то добавил и не сказал. Один. Все. Оха. Теперь подошло время. Это варить не будем. Да? Ну, минут 2-3 и... Казан снимаем из огня. Ну, все. Это я сказал, там разные свежие зелени, да? Вот и все, друзья. Друзья, Джан, представляете, как это вкусно. Так, будем снимать, чтобы жир не был сюда у нас. Ох, 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 мама Джан. Ох, мама Джан, да? Вот это вайчутор и вах, 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 друзья, Джан. Вот такое приготовление, друзья, Джан, перепелки. Уверяю, что вам точно понравится. Точно, точно. Ох. У меня сегодня мой друг здесь. Мой лучший, хороший друг. С другом будем тихоря отдыхать немножко. Вот это все надо так доставать. Стараемся, чтобы без... Поменьше жира было, да? Друзья, Джан, вот и все. Мое приготовление перепелки в казане с овощами. Очень вкусно получилось. Очень вкусно, аппетитно и доступно. Даже, я сказал, курочку по кускам и такой же вариант. Но я думаю, что это легко с овощами. Даже знаю, что вы многие готовили. Ну, это я хотел готовить так сегодня. Вот и все, друзья, Джан. Я вам хочу поздравить с Пасхой, с Великой Пасхой. Сегодня 19 числа у Православной Церкви Пасха. С Пасхой, будьте здоровы, всего вам хорошего, здоровья, счастья, любви, мира. Все, что вы желаете, я вам желаю всего, всего хорошего, только хорошего. Будьте здоровы, дорогие мои друзья Джан. Я вас приветствую всем тем, кто новым подписчикам на моего канала. Приветствую, целую, обнимаю. Всего вам хорошего. А потом, это у меня красный полусладкий вино. Я вино не очень пью. Два глоток можно было, да? А вот это люблю, грудка, да, сейчас? Вот это грудка. Ох, как, Джан, 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 Джан. Перепелок. Ох-хо-хо-хо-хо. Ох, мама Джан, как вкусно. Соли мало. Джордж, соли мало. Я признаю, соли мало-мало. Это что? Ничего страшного, если я скажу мало соли, это можно добавить. Шампиньоны, овощи, нет проблем. Будьте здоровы, друзья Джан. Счастливо вам оставаться.